Всем привет, и мы продолжаем приключения нашей любимой кошечки Анжелы. Анжелочка, солнышко, вставай, тебя ждут великие дела. Ну, давайте-ка отведем нашу девочку в ванную комнату, хорошенько ее покупаем. А пока, друзья, будем купать, давайте-ка мы, друзья, с вами передадим привет. Итак, передаем привет от нашей любимой кошечки Анжелы, Аяне Бердихан. Аяночка, прими искренние поздравления от нашей любимой кошечки Анжелы. И передаем, друзья, привет всем подписчикам и всем зрителям на канале. И, друзья, пишите, у кого день рождения, либо кто хочет передать привет, мы с удовольствием вам передадим, либо поздравим с днем рождения. Вот так, здорово, очень хорошо. Ну что же, давайте-ка еще почистим зубки нашей девочки. Вот так, здорово. Вот смоем налет. Вот так, да, чудесно, очень хорошо. Вот так, да, замечательно. Чистим зубки. Вот, здорово, все у нас чудесно получилось. Вот так, да, вот такие вот чудесные крепкие зубки. Ну что же, друзья, давайте-ка сейчас покормим нашу девочку. И, возможно, мы даже перейдем, друзья, с вами на 102 уровень. Итак, дали нашей Анжелочке бургер. Еще давайте-ка, друзья, дадим еще какую-то вкусняшку. Ага, вы смотрите, какое классное блюдо. Вафли с медом и маслом. Вот такая вот вкусняшка. Вкуснотища. И еще дадим запить все это вот этим апельсиновым соком. И да, друзья, наша девочка переходит на 102 уровень. Очень приятно, замечательно. Кроме того, друзья, у нас награда 880 монеток и 5 новых наклеечек. Отлично. Ну, пока наклеечки мы не будем смотреть, потому что наклеечки все у нас собраны. Разве только, друзья, открыть на продажу. Ну, пока, друзья, не открываю. Возможно, будет новое обновление, и тогда у нас будет запас наклеечек, чтобы открывать. Итак, давайте-ка еще докормим нашу Анжелочку, а вот дадим вот это яблоко. Да, замечательно. Итак, наша Анжелочка на 100% накормлена. Осталось только ей поднять настроение. Хорошая. Вот такая вот милашка получилась, благодаря, друзья, вашим отзывам и комментариям. Итак, друзья, те зрители, которые не в курсе, вы в комментариях пишите, какую хотели бы увидеть Анжелочку. Я суммирую, веду статистику, записываю. И когда получается более 3 ваших комментариев, отзывов, я по ваших отзывах и комментариях делаю Анжелочку. Вот так. Вот такая вот чудесная получилась у нас Анжелочка в пляжном платье. Ну, здорово, друзья. А сейчас давайте-ка отведем ее в гардероб. Снимем вот это чудесное платье. Пляжное платье оно называется. Уберем вот эти чудесные длинные светлые волосы. Заменим на обычные глазки. И сотрем вот этот чудесный симпатичный макияж. Вот так убираем, стираем. Вот, да, все здорово у нас получилось, друзья. Итак, давайте-ка, друзья, мы пройдемся по костюмчикам. Посмотрим, какие есть у нас чудесные варианты. Только я возьму другую шубку. Давайте-ка я возьму вот эту розовую шубку. Вот смотрите, друзья, какие есть у нас чудесные костюмки. Костюмчики, пишите в комментариях, какой вы хотите видеть на нашей Анжелочке. И я с удовольствием для вас сниму видео с тем костюмчиком, который вам понравится. Итак, сегодня есть победитель. Более 3 человек попросили меня снять нашу Анжелочку с костюмчиком. Итак, сейчас я дойду до конца и покажу, какой же костюмчик сегодня выиграл. Вот, смотрите, друзья, выбирайте, какой костюмчик вам нравится, пишите в комментариях, и мы с удовольствием будем для вас снимать видео. Здорово. Есть очень чудесные костюмчики, есть возможность их комбинировать и с прической, с глазками, макияжем, с очками. Вот так, чудесно, очень замечательно, очень красиво. Да, очень симпатично. Хорошо, и вот финальное бриллиантовое платье. А победитель сегодняшней игры, друзья, вот эта замечательная зимняя пижамка. Более 4 человек попросили ее сделать, и сегодня мы сделаем. Но давайте-ка мы к вот этой замечательной зимней пижамке подберем шубку. Итак, друзья, вот давайте-ка начнем с беленькой. Вот так симпатично смотрится. Розовая неплохо. Черно-белая довольно-таки забавный вариант. Рыженькая, здорово. Серая шубка. Черная, необычно. И вот вернулись на самое начало, друзья. Белая шубка. Ну что же, друзья, даже не могу сказать, какая шубка здесь красивее.
Все шутки по-своему очень симпатичны. Розовые очень симпатичные. Белая симпатичная. Серенькая, смотрите, как забавно. Так, трудно сказать. Давайте-ка, друзья, сегодня я попробую сделать ее вот такой вот розовой. В принципе, довольно-таки необычный вариант. Выберем глазки к этой симпатичной шубке. Вот давайте-ка тоже мы выберем розовые. Попробуем подобрать макияж. В принципе, тут нечего и подбирать, потому что раз розовые глазки, розовая шубка, нужно брать, конечно же, розовые тени. Вот так. Да-да-да-да. Вот, смотрите. В принципе, слабо выделяется, но все равно немножко и с блесками, они блестят. Все же есть эффект. Так, ну реснички мы сделаем здесь классическими, либо вот такими вот яркими. А ну-ка, друзья, давайте-ка попробуем два варианта. Либо вот такие вот яркие взять, огненные, либо классические черные. То есть посмотрим, если нам не понравится, переменим на классические. Ну еще губки. Давайте-ка мы посмотрим либо с блестками, либо без блесток. Ага, вот такой вот вариант. Давайте-ка вот с блестками. Посмотрите, какие симпатичные розовые. Либо вот такие вот красные. Ну, честно говоря, розовые мне больше понравились. Давайте-ка вот так как-то сделаем. Вот. Итак, посмотрим, друзья, что же у нас получилось. Вот такая вот не получилась необычная, яркая, симпатичная Анжела. Довольно-таки здорово смотрится. Интересно, друзья, еще посмотреть. Смотрите, здорово вот меняем прически. И нужно ли менять прически? Но с прическами довольно-таки забавно получается. Смотрите, как симпатично. Так, вот такая вот интересная зимняя пижама. Очень здорово выглядит. А смотрите, как здорово рыжие волосы на одну сторону подходят к вот этой пижаме. Тоже довольно-таки симпатичный, классный вариант. Ну что же, друзья, пишите в комментариях, какой из вариантов вам больше нравится. А я в начале следующего видео поставлю вариант, тот, который больше наберет голосов. Так, ну что я скажу, здорово, здорово, друзья. Ну, пока, честно говоря, победителя явного нет. Очки, ну, скорее всего, друзья, без очков. Что-то эти очки, честно говоря, не нравятся. Не подходят они к этому костюмчику. Так, итак, друзья, давайте-ка посмотрим, что же у нас получилось. Итак, получилась вот такая вот симпатичная, яркая, необычная Анжела. Ну что же, друзья, еще давайте-ка мы поменяем нашу террасу. То есть вот этот тропический рай явно не подходит к пижаме нашей Анжелочки. Превосходный Париж тоже убираем, панораму Нью-Йорка убираем. Зимняя сказка не подходит. Дно океана тоже, Королевский дворец нет, только сад Анжелы. Будем считать, что это наша Анжелочка дома находится и просто вышла в сад погулять. Итак, друзья, давайте-ка вот выберем еще какую-то вот такую вот няшную приставку. Вот сделаем все стразиками. Вот такое вот милое, симпатичненькое. Вот зеленую лужаечку выберем. Вот, смотрите, как романтично, как симпатично все у нас получилось. Вот таких вот замечательных розовых тонах. Очень здорово, очень мило. Так, кроме того, друзья, давайте-ка еще вот в кухне тоже внесем изменения. Все сделаем вот в таком вот фиолетовом стиле. Где-то у нас сердечками я видел скатерть. Вот так более романтическо получается. И выберем какой-то еще розовые обои. Вот такие розовые обои в горошек. Посмотрите, друзья, как мило. Ага, еще, друзья, мы окошечко не поменяли. Давайте-ка мы еще вот это окно вот так поменяем. Да, 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 здорово. Итак, посмотрите, как симпатично, как мило это все у нас получилось. Очень здорово, очень хорошо, друзья. Отлично. И сейчас, друзья, давайте-ка еще внесем изменения в ванной комнате. Итак, поменяем ванную вот на такую с сердечками. Отлично. Очень-очень здорово, очень-очень мило это все получается. Так, еще обои давайте-ка сделаем какими-то вот такими персиковые, либо вот такие вот романтические. Возможно, это будет лучший вариант. Итак, вот такая вот получилась няшная, симпатичная у нас Анжелочка. Здорово, друзья. Кстати, давайте-ка мы ей еще почистим зубки. Вот так, а то, что это после еды мы ее не почистили, чтобы у нее было свежее дыхание и белые, чистые, здоровые зубки. Вот так. Смотрите, друзья, как замечательно. Вот, здорово, здорово. Хорошо, друзья. И осталось только внести изменения в спальню.
Итак, давайте-ка поменяем вот эту лампу на вот такую вот лампу со стразиками, кроватку со стразиками, обои возьмем какие-то, вот такие вот няшные, вот романтические, и постельку выберем тоже романтическую, сердечком, вот. Вот, смотрите, как здорово все у нас получилось. Вот такая вот няшная, симпатичная Анжела. Кстати, друзья, возможно, давайте-ка мы в спальне вот этот светильничек заменим на игрушки. Вот, смотрите, так мне кажется лучше. Медвежонок, пчеленок и зайка. Вот, смотрите, как мило получилось все. Отлично, отлично, друзья. И еще, друзья, мне бы очень хотелось посмотреть, как будет смотреться наша Анжелочка в разных шубках. Так, итак, давайте-ка заменим вот эту Анжелочку, розовую шубку на беленькую. Вот так. Посмотрим. Вот такая вот получилась милашка. Довольно-таки тоже очень здорово, очень симпатично смотрится. А вы, конечно же, в комментариях напишите, какой из шубок вам больше понравится. Либо белая, либо розовая. Вот черно-белая шубка. Посмотрите, пожалуйста, какой забавный вариант. Тоже довольно-таки мило смотрится. Очень-очень здорово. Так, давайте-ка еще посмотрим рыженькую шубку. Рыженькая шубка одна из моих любимых. Очень-очень люблю рыжих котиков. Кстати, у меня тоже есть дома рыжий котик. Зовут его Лева. Если, друзья, вам интересно, есть у меня видео с Дашенькой, где она гуляет с котиком Левой. Я могу его выложить на канал. Очень он здорово похож на котика Бубу. Есть смысл снять видео с котиком Бубу и в конце прикрепить вот это видео Дашеньки с котиком. Если это вам интересно, напишите в комментариях, я сделаю. Так, ну давайте-ка, друзья, еще посмотрю. Вот такую вот забавную серую шубку. Ага, ну вот смотрите, друзья, эта серая шубка очень здорово, но она не идет к... Макияж не сочетается с серой шубкой, по крайней мере, мне вот так кажется. Так, серая шубка красива, но макияж никак не годится. Вот еще и черная, смотрите. Довольно-таки интересная шубка, но какая-то Анжелочка в нем очень уж странная. Хотя, с другой стороны, очень милая. Итак, вернусь, друзья, я первоначальным настройкам. Вот, вернусь вот такой вот забавной розовой Анжелочке. И на этом, друзья, мы будем прощаться. А другие приключения нашей любимой кошечки Анжелы смотрите в плейлистах. В конце видео будет ссылочка. Кстати, друзья, не забудьте нажать на колокольчик в верхнем правом углу, чтобы не пропускать уведомления о новых сериях с нашей любимой кошечкой Анжелой. Итак, друзья, мы на этом прощаемся. А вы не забудьте, друзья, подписаться на канал и поставить лайк. Итак, друзья, всем пока-пока, до новых встреч!